Ярославле началось оглашение приговора Евгению Урлашову. Итоговую часть резонансного дела перенесли в здание областного суда. Это позволило вместить в зал всех желающих. Их было более 50 человек, в том числе родственники, журналисты, политики и жители города. Оглашение заключения займет несколько дней. На скамье подсудимых, помимо Урлашова, его заместитель Дмитрий Донсков и советник Алексей Лопатин. По версии следствия, градоначальник и его подчиненные вымогали у директора коммерческого общества взятку в размере 14 миллионов рублей. В случае отказа угрожали не выплатить деньги за выполнение работ по контракту. Позднее Урлашову было предъявлено еще одно обвинение – получение взятки в особо крупном размере. Все трое свою вину отрицают. Добавлю, гособвинение просит приговорить отстраненного мэра Ярославля Евгения Урлашова к 15 годам колонии строгого режима, Алексея Лопатина к 8 и Дмитрия Донского к 5 годам. Часть посредников взятки в виде денег за способственные в силу должностного положения совершению действий в пользу взяткодателя, совершенного с вымогательством взятки в особо крупном размере.